是。Здравствуйте, Игорь Павлович. Здравствуйте, Аня. Я Алена. Здравствуйте, Алена. Принесите карточки больных. Хорошо. Тетя Лиза, больные есть? Да откуда же взяться? И в такой рань. Ой, первый день человек на работе. Такое разочарование сразу. Уедет он от нас. Вот увидите, уедет. Уедет. Господи, да кто его удержать-то здесь может, а? Ты что ли? Нет. Я не удержу. Есть один человек, вот он может. Нет, он не согласится, потому что уж не раз на этом деле обжигался. Он-то людям. А они ему. Спорных лапы роса не ответил на них бы вовек. Нидерландский философ Спиноза, а ведь умный же был человек. А почему в волчках не любят шум трамвая,
Ответить я могу. Я все на свете знаю. Василий Назарович, новый доктор к работе приступил. Опять новый? Симпатичный такой. Москвич. Игорь Павлович Максимов, врач-невропатолог. Ты давно приступил? Со вторника. Значит, через неделю жди заявление, с нашей текучкой дольше не протянет. Да что ты? Этого надо удержать. Не удержим, потому что глушь почти что тму таракань. Потому что до Москвы 950, до Киева 780, а до Парижа 1634 километра. Назарыч, сходил бы ты к нему, а? Ну, нельзя, чтоб у него первый день в тоске прошел. А я на новых людей тяжелые впечатления произвожу. А ты прикинься. Прикинься больным. А на деле как будто не очень. Будто бы с отклонением. Ну, конечно. Он же невропатолог. Его это только обрадует. Назарыч, миленький, сходи. Что, понравился доктор? Очень. Если он уедет, отравлюсь. Честно. Назарыч, сходи. Ну, ради меня. Ради тебя, конечно, на многое пойду. Так кем представляться-то буду? Разве что... Да, войдите. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Разрешите войти? Пожалуйста. Присаживайтесь. Спасибо. Карточку принесли? Простите, что? Карточку. А, имеется. Похож. Да. Аккурат в Новый год снялся. Что беспокоит? На что жалуетесь? Сомнения одолевают, доктор. Интересно. Мерещится иногда, будто бы это я и не я вовсе. Сдается, и будто бы весь я из себя такой, понимаете, прохладный. Как мороженое? Нет. Тверже. Лед. Мороз. Мороз. Мороз и дед. Дед Мороз одновременно. Простите, доктор. Разденьтесь. А впрочем, не надо. Давайте рассуждать логически. Давайте. Ну какой же вы дед? Тем более мороз, когда на улице теплынь. И снег еще не выпал. Доктор, долго ли умеючи? Что значит долго? Захотим и выпадем. Интересно. И... Игорь Павлович, можно? Извините, конечно, доктор, это вам. Ну и погода, а? Ну и сюрприз. Я сейчас звонила двоюродной сестре на метеостанцию. Так она говорит, такой ранний снегопад, просто сенсация. Да. Антициклон должен был быть к субботе, и вдруг раз во вторник объявился. Я вижу, у вас больной, не буду вам мешать. Да, очень редкий случай. Так, так. Значит, ранний антициклон. Да не в антициклоне дело, доктор. А в чем? Я уж давно замечаю. Во мне все дело. Что хочу, то и делаю. Ранний снегопад хотите, пожалуйста. Весенний гром хотите, организуй. Доктор,
весенний гром, а? Желаете? Желаю. Пожалуйста. И... Пожалуйста. Извините, это я опять, Игорь Павлович. Я хотела... А, у вас закрыто окошко. Я думала, шум мешает вам. У нас в накачке карьер сегодня взрывают. Больше не буду вам мешать. Слава богу! Он, значит, ему полный осмотр делает. Из себя такой специалист любо-дорого. Просто вылитый профессор. Взглянуть бы. И заметненько. А насчет карьер, доктор, брехня. Чего его взрывать, тем более за водокачкой? Ой, вы что-то побледнели, доктор? Нет, нет, ничего. Сейчас все пройдет. Пройдет. Не понимаю, в чем дело. Да во мне все дело, доктор. Дело в том, что внутри каждого человека сидит еще одна субстанция. Суп чего? Субстанция! Ага. Вот вы часом не поете? Ой, я говорю, петь не пробовали? Петь, говорю, не пробовали? А? Не пробовал. Жаль. Итак, доктор, к примеру, возьмем мы до. До. До, ре, ми, фа, а? До. Давайте, давайте. До! До! Отлично, доктор. Слух есть, а голос сейчас попробуем. Вот обычный цветок гладиолус, только выводы делать постой. Говорит во мне внутренний голос, гладиолус цветок непростой. А почему здесь то? А почему не это? Вопросов и сразу сто. А вот ответов и нету. А-а-а. Батюшки, как дело-то повернулось? Назар чудить начал, вдруг запел. Эх, теперь все. Теперь пиши пропало, конец. Наоборот, только начало. Мне надо срочно позвонить в Москву. Если будешь разговаривать, нам все дело испортишь. Что же мне делать-то, петь, что ли? Пой. Ниночка, умница, пой. И не просто пой, а по делу. Мне надо позвонить в Москву, это можно? Между городней, переговорный пункт круглосуточно открыт. Скажите мне московский телефон. 299-0528. Сколько минут? Пять. Кого-нибудь пять. Не кого-нибудь, а Тамару Сергеевну Красовскую. Артистку Красовскую. Ожидайте в течение часа. Ожидайте в течение часа. Ждите. 214. 214, примите заказ. Москва 299-0528. Москва 299-0528.
поем не о них. Мы поем о счастливых звонках, о далеких родных голосах, о минутах заочных свиданий, ожидания часах. Телефон, телефон, тоненький звоночек. Телефон, телефон, днем звонит и ночью. Кто придумал телефон? Был, наверное, влюблен. Тысячи верст, если ты затаскуешь на звуки, выход в общем-то прост. Только несколько цифр набери и хоть час о любви говори. А при встрече с любимою вместе ты опять повтори. Телефон, телефон, тоненький звоночек. Телефон, телефон, днем звонит и ночью. Алло, Москва? Москва. Пройдите в первую кабину. Алло, алло. Да. Тамара. Да, Игорь Путилович. Здравствуй, здравствуй. Тамара, очень хорошо, это я. Позвонил. Здравствуй. Игорек, буду говорить коротко. Алло, ты меня слышишь? Опаздываю на репетицию. Да-да. С ума сошла. Выключи, Шаша. Ты что вы, девочки? Игорек. Это ж Красовская. Да. Послушайте, у нее уникальный голос. Да, вчера звонил Кудасов, у него освобождается место в клинике. Тебе надо срочно приехать. Алло, Тамара, это неудобно. Мне надо здесь хоть немного поработать. Где поработать? Игорь, о чем ты говоришь? Если ты не появишься, то в самое ближайшее время это место будет потеряно. Игорь, это единственный шанс и вырваться из этой дыры. Откуда? Из той дыры, откуда ты говоришь. Целуй, Игорек, плюнь на все и выезжай как можно скорее. Ну, придумай что-нибудь. Ну, какую-нибудь уважительную причину. Ты понял все? Целую, пока. Опаздывай на концерт. А дальше что? А дальше заявление подаст. Только мы его и видели. Нет, дальше будет другое. Это зачем? Проведем заседание. Повестка дня? Борьба с текучестью кадров. Из принципа. Я председатель. Я секретарь. Проведем на ходу. Заметан. Ой, девочки! Ну неужели это не сон? Доченька! Доченька, где билет заказать? Минутки до полторы. Не меньше трех минут. Скажите, ваш Елецкий телефон. Звони в Елец. 48. Заказываю ровно 35 минут. Первым делом выбиваем у него из-под ног уважительную причину. Как ты ее выбьешь, если к нему на прием никто, кроме тебя, не явился? Практику мы ему организуем. Михалка, пиши. Берем перечислением два комплекта медицинской энциклопедии. Раз. Раз. Брошюры на аналогичную тематику. Два. Два. И все это раздаем народу. И что от этого изменится? Недооценишь роль медицинской литературы, и она у нас как динамит. Один раз до нее дотронешься и всю жизнь регистратуры проведешь. Гений! Правильно, гений.
только с меня. Ознакомьтесь и передайте соседям. У себя? Зачем тебе главный? Подключаем к делу. Вась, какое дело? Угомонись, что тебе за радость на старости лет? Тихо. Может быть, я такой подарок готовлю, от которого все перевернется. Ой, ни сна тебе, ни отдыха, все подарки раздариваешь. Раздариваю. Вась, ты что, Дед Мороз? А ты откуда знаешь? Да-да, войдите. Садитесь. Какова же причина? Уважительно. Мне необходимо практиковать. А у вас я не имею такой возможности. У меня нет пациентов. Пожалуйста, прошу. Вот ваши пациенты. И все больные? Нет, абсолютно здоровые люди. Но мне никогда не приходилось работать с абсолютно здоровыми людьми. Вот и отлично. Работа с мнимо больными – это наиболее интересный вид психотерапии. Профилактика – будущее нашей медицины, а вы ее разведчик. Поздравляю. Попросите больного. Что вас беспокоит? Тропический лихоневроз с вегетативным психоневротическим синдромом на почве релаксации спазматических процессов и поражением всех двигательных импульсов. Очень хорошо. Вам нравится? Да, очень. Ваша задача – исцелить подобных паникеров и провести профилактику в районном масштабе. Только учтите, обычные методы здесь бессильны. За мной. Товарищи мнимо больные, приготовьтесь изъясняться под музыку. И... В румяном яблочке червячочек точится. Да, чего же точится?
раз пришел к врачу, сам себя всегда лечу, принимаю те таблетки, где красивы этикетки. Ай, люли, ай, люли, дайте мне пилюли. В румяном яблочке червей чучек точится, да, чего же, да, чего нам лечиться хочется. Я узнала, что по слухам в Конотопе есть старуха, лечит лучи за границей от ломоты и поясницы. Зелье кто из травок примет, как рукой ломоту сымет, доктор, выпиши скорей мне к той старухе направление. В румяном яблочке червячочек точится, да, чего же, да, чего нам лечиться хочется. Я бывал у разных докторов, но никто, никто меня не лечит, говорят, практически здоров, ну а мне от этого не легче. Это только с виду я такой, а рентгеном, если приглядеться, и слепой поймет, что я больной, можно мне до пояса раздеться. Таких больных встречаю я впервые. Нужна им психотерапия. Товарищи мнимо больны, не проведем лучшие дни нашей жизни за сбором анализов. Глубоко вздохнули и выбросили из головы без сожаления все симптомы и подозрения. Никакой паники, раз. Никакой паники, два. Укрепили волю, три. Привели в порядок мозги, четыре. Резко и стремительно поумнели, пять. Немного усилий, и вы совершенно здоровы. Упала звездочка, сбудутся желания. Да, чего же хорошо, кончились страдания. Алло? 312, будете говорить с Москвой. С Москвой? Алло, Тамара, да? Это я, здравствуй. Игорь, здравствуй. Здравствуй. Когда ты выезжаешь? Я еще не решил. Как не решил? Это кончится очень печально. Добрый вечер. Что ты говоришь? Это не тебе. Кудасов не будет ждать. Игорь, это твой последний шанс. Если ты им не воспользуешься, то ты на всю жизнь останешься в этой деревне. Игорь, это страшно. Даже не заметил, как вы вошли. А для меня это не проблема. Для меня достаточно такой маленькой щелочки, я проникаю. Где сквозняк, там и я следом. Да. Вы забавный и веселый человек. Да. Мне будет жаль расставаться с вами. А что, уже решено? Пожалуйста. Конечно, у меня теперь интересная работа. Ха. Но что делать после работы? Да, действительно, после работы здесь делать нечего.
Да. Ну что ж, посошок на дорожку. С удовольствием. Но уже все закрыто. А мы откроем. Совсем забыл, что вы все можете. В этом весь ужас. От этого еще скучней. Прошу. Третий этаж. Какие пустяки? Пойдемте, не пожалеете. Будет выполнен в минуту заказ. Вас окружу вниманием. Приходите к нам еще много раз. Благодарю заранее. Городок наш маленький, не очень знаменитый. Всюду палисадники, дома плющом увиты. По утрам обычно он туманами окутан. Поезда столичные стоят здесь две минуты. Я люблю свой городок родной. Утро, свет буду встречать. Я с тобой, я с тобой. Мой городок. Городок наш маленький, не очень знаменитый. Бабки на заваленке на нас чуть-чуть сердиты. Так уж им положено, а в общем, без сомнения, люди здесь хорошие, с хорошим настроением. Я городок ваш удивительный, и люди необыкновенные. Но мне здесь
не ужиться. Я вырос в большом городе. И мне здесь всегда чего-то будет не хватать. Музеев, что ли, нету? Или других исторических достопримечательностей? Нету. Ах, нету. Так будут. И музеи будут. Немного ли суетимся ради одного неуравновешенного невропатолога? Да он-то здесь при чем? Игорь в нашей игре не более чем повод. Итак, в 12 часов проводим репетицию первого городского фестиваля искусств. Гений! Гений. Сверим часы. Территория Нижних Волчков сплошняком состоит из разного рода исторических достопримечательностей. Верно я говорю, Владимира Миронна. Девушка, ты вернее говоришь, и все по существу. Очень достопримечательный, отправил он после года, а наглядеться не могу. Городок наш замечательный, очень достопримечательный. Знаменитый Нижневолчковский омут, который натолкнул в свое время великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина к написанию оперы Дорогомышского «Русалка». Здесь все как при жизни Дорогомышского. Да. Вопросы есть? Вопросы есть. Что? Мельник. Где мельник? Савелий Спиридонович! Ты часом не мельник? Какой я мельник? Ворон я! Конечно. Там и есть. Вопросы? Есть. Русалки где? С русалками, мил человек, у нас и в царское время было неплохо. А сейчас, как говорится, через край. Девать куда не сообразим. Нет в нашем городе чудес, но скажем, тем не менее, он представляет интерес с различных точек зрения. Здесь Пушкин не был у друзей и не был Магомаев, но краеведческий музей здесь будет лучшим краем. Но краеведческий музей здесь будет лучшим краем. Спасибо за внимание, до скорого свидания. Получили мы задание в срок построить это здание. А какой вокруг простор, здание требует раствор. Это настройки, парни, бойки, загляденье. За неделю кончим дело, без сомнения. Наше правило простое, ни минуточки простое. Это работа горяча, зоне просит кирпича. Это настройки, парни, бойки, загляденье. За неделю кончим дело, без сомнения. Как говаривал принц датский, распалась связь времен. Да. У нас такого не должно быть. Как только что-нибудь распадается, мы тут как тут и все воссоздаем. Забвение, оно не для нас. Понятно.
шепчут ветви мне, птичьи голоса звучат приветливо. Кажется, что счастьем тишина полна, настала на сердце весна. Ветви на деревьях не колышутся, птичьих голосов нигде не слышится. Кажется, что счастье дальше с каждым днем, и осень на сердце моем. Предчувствия, предчувствия, кружится голова. Услышу ли когда-нибудь заветные слова? Если любишь, надо знать заранее. Чувства проверяют расстояние. Говорят, любви не может быть без слез. Уж так на свете повелось. Если любишь, значит, жди свидания. Обернуться радостью страдания. Для любви на целом свете нет преград. Недаром люди говорят. Предчувствия, предчувствия, кружится голова. Так что достопримечательности нам своих хватает. И музей скоро будет. Да-да, конечно. Дело совсем не в музеях. Просто я люблю человека, которого здесь нет. И никогда не будет. А хотите, она приедет к вам? Это невозможно. Для кого? Думаю, что на этот раз чуда не будет. Дура я, дура, что с тобой связалась. Погоди, погоди, Маненька, погоди. Очень нужно. Пусть уезжает куда хочет. Я его ненавижу. Люди, люди, сами не знают, что хотят. А я вот догадывайся. Зачем она здесь нужна? Зачем? Нужна. Я нутром чую, что нужна. Итак, последнее мероприятие. Под кодовым названием «Клин клином».
свидания, репетиции не будет. А я говорю, авантюрист. Вишь, бороду отрастил. Разбойник с большой дороги. Скажу больше того. Хиппи. А кто разрешил? Кто позволил? Так ведь кроме самодеятельности ни одного мероприятия. А самодеятельности тебе мало. Самодеятельность не в счет. Да у меня один твой фестиваль с твоими русалками. Вот где сидит. Меня за него любая ревизия по миру пустит. Зато какое дело подняли. Другая жизнь пошла. Со всего района люди съезжаются. Смотрят, глазам своим не верят. Не верят. Не верят. Та же текучесть кадров снизилась в среднем на 50%. Ну, ты угомонись на этом, знай меру, остановись. Останавливаться нам не след. Нам сейчас самое время столичных гастролеров заполучить. На постоянно. На постоянно. На постоянно я тебе другое организую. Что? Кто разрешил клеить афиши? Кто разрешил клеить? Вас, вас. Что? Спрашивать некогда было. Ну? Завтра скоро поезда проследует певица. Но я-то, я-то что должен делать? Что я? Что? Вот здесь поставь разрешение. Где? В уголочке. Да вы что? Влас. Анархист. О. Разбойник. Фальшивомонетчик. Так. Влас Петрович, главное не волноваться. Влас, Влас Петрович, спокойно. Ребят, любимые мои, я ведь для вас ничего не жалею. Пожалейте и вы меня. Ну где же это видано? Чтобы директор клуба на такое дело пошел. Ну бывает такое, а? В Нижних Волчках такое вполне может произойти, потому что народ здесь удивительный. А директор клуба, можно сказать, редкостный человек. Вась, ты страшный человек. Ты мне по ночам снишься. В кошмарных снах являешься. Вот, Влас, одна подпись и все. Вот здесь. А дети? У меня ведь их четверо. А в случае чего позаботимся? А я сам. А куда ты от нас денешься? Ты в огонь и в воду, и мы с тобой туда же. А-а-а. Забыл, с чего начинал, как о тебе впервые народ узнал. Эх. Как успеха добился. Или забыл? Ох, Вася, не искушай. Я скушу. Не искушай. Искушу. Дорогой наш Влас Петрович, спой, как 10 лет назад. Спой, как 10 лет назад. Влас Петрович. Серебром украшен небо шатер, подарила степь цветов богатый ковер. Голову кружит полынный запах хмельной. Приходи, разделишь это счастье со мной. Мои губы не купи, меня любит. И прижмись моей груди, мое сердце не серди. Мои губы не купи, меня любит. И прижмись моей груди, мое сердце не серди. Мои губы не купи, меня любит.
Времени в обрез. Товарищи, товарищи, в чем дело? Я от комиссии по борьбе с текучестью кадров. Соедините, пожалуйста, с узловой. Минуточку. Узловая? Узловая, что вагон с ансамблем отцепили? Ах, прицепили к хвосту? Тоже красиво. Нижние волчки вам этого не забудут. Отцепили вагон. И вообще, такое ощущение, как будто по крыше кто-то ходит. А? Ребят, что? Авария, что? Ну, что творят, а? Представителей столичной эстрады. И мы надеемся, что такие встречи отныне станут доброй традицией. Дорогие друзья, мы просто покорены вашей энергией, вашей смелостью, вашей находчивостью и теми неожиданными обстоятельствами, в которые мы попали. Мы с большим удовольствием дарим вам нашу новую песню. Для вас поет Тамара Красовская. На ромашках не гадаю лепестки. Не рву напрасно наши встречи, расставания, может, были, а может, сказка, или прочь сомнения, или дай ответ, или жду решения, или люби.
связали полугоре, полурадость, и плывет перед глазами неизвестность и туманность. Или прочь сомнения, или дай ответ, или жду решения, или любишь, или нет. Жить вздыхая и страдая, я уж больше не согласна. На ромашках не гадаю, лепестки не рву напрасно. Или прочь сомнения, или дай ответ, или жду решения, или любишь, или нет. Я благодарен вам за все, что вы сделали для меня. О вас я меньше всего думал. Теперь я должен уехать. Ну что ж, теперь уезжайте. Желаю счастья. Что это за человек? Не знаю. Он умеет дарить людям то, чего им порой так не достает. У него редкое призвание. На них бы вовек не
философ Спиноза. А ведь умный же был человек. Ух, да, Васенька, видать, кончилась твоя полоса, разбрелась вся твоя компания, и остался ты один, без чудес. А раньше-то бывало, что творил. А, ужас. Все мог, буквально. А я и сейчас все могу. Ой, ничего ты сейчас не можешь, а кроме глупости. Вон, елки нарядил. Когда ж, по-твоему, Новый год-то начинается, а? Шут его знает, у всех по-разному, у кого как. Все. Ваш нервный потолок уже на вокзале. Уехал. Факт. Факт. И правильно сделал. Я тоже пришел попрощаться. Столичный артист похвалили. Сказали, редкое чувство. Ритма. Ритма. А ритм сейчас позарез. Ритм сейчас в дефиците. Ребята, и вы? А что, мы рыжие, что ли? Действительно. И я тоже. Туда же. Все говорят, способные. А способный человек, он первым делом на струну должен смотреть. Верно? Глупо с таким голосом в нижних волчках сидеть, а? Я тоже с вами. Доброе утро. Принесите мне карточки больных. С хорошим настроением. Я люблю.